Сегодня 12 августа 2022 год. Едем мы по проспекту Просвещения. 6:00 вечера. Решили заглянуть в светофор на улице Композиторов. Сегодня жарко на улице. Поликлиника номер 117. Что-то было. А, да,
двойчик. Улица Симонова, угол улицы Прокофьева. Так, а чего так? Улица Композитора, Суздальский проспект, улица Симонова. Вот и приехали ориентировочно 26-го. 198-й Парнас, улица Жени Егорова. Жара сегодня, душно вообще не было. Да как хочешь. Он где, там вообще находится, да? Ну пойдем туда. Он не там находится, я же тебе показала, где он находится. Находится вот там. Идем.